Задолго до начала донорской кампании у двери медпункта Брестского государственного университета имени Пушкина довольно многолюдно. Невзирая на ранний час, и студенты, и педагоги уже занимают очередь, чтобы не только успеть на занятия, но и внести свою лепту в доброе дело. Для того, чтобы помочь пройти необходимые процедуры или ответить на волнующие доноров вопросы, в коридоре дежурят волонтеры. Кроме миссии администратора, на их плечи легла обязанность подбодрить или поддержать тех, кто решил сдать кровь впервые. Желающих, в принципе, много, так как, в принципе, все люди хотят внести в свой вклад, ну, в доброе дело, сдать кровь, как бы помочь кому-то, ну, кто реально в этом нуждается. Людям говорят, что, ну, что нужно сдавать, как бы, что это поможет кому-то, что это может спасти жизнь. Ну, люди уже сами решают, кому идти, кому не идти. Это уже зависит от человека. Но, в принципе, все прекрасно понимают, что это такое. Предшествует процессу сдачи крови специальная медкомиссия, по итогам которой выдается заключение о готовности человека. И только после оформления необходимых документов донор отправляется в специально подготовленный передвижной пункт сдачи крови. Кто-то из присутствующих уже не первый раз приходит на подобное мероприятие, кто-то решился впервые, несмотря на некий страх перед процедурой. Однако главная цель, которую ставят перед собой доноры, помочь тем, кто в эти минуты нуждается в помощи. Сдаю не первый раз. Ощущения нормальные. Уже тянулся процесс, как говорится. Уже организм не ощущает такую нагрузку, как было в первый раз. Ну, все нормально. Прихожу второй раз. Ну, в первую очередь, конечно, очень благородно и приятно помогать людям, зная, что это действительно кому-то сильно пригодится. И очень удобно то, что это мобильно, то, что приезжают к нам. Удобно. Донорство – это не просто важная миссия для общества. В этом процессе получается, как в знаменитой поговорке – помогая другим, помогаешь себе. Донор делится своей кровью, тем самым получая в обмен более крепкий организм, способный противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям системы пищеварения. Периодическая сдача крови продлевает молодость и дарит приятное ощущение того, что день прожит не зря. И может, это, на первый взгляд, небольшая помощь спасет когда-нибудь чью-то жизнь.